Иное измерение русской культуры. Павел Коган. Поэт, мечтатель, хиромант. Читает Евгений Бразов-Брюшковский. Поэт, мечтатель, хиромант. Я по ладоням нагадал ночных фиалок аромат, и эту нежность нагадал в спокойном имени твоем. Ты спишь? Ты подложила сон, как мальчик, мамину ладонь. Вот подойди, губами тронь, и станет трудный горизонт таким понятным, глазоем. Так даль, сказал. И много тут спокойной мудрости. Прости, что я бужу тебя, плету такую чушь. Сейчас цветут на Украине вишни. Тишь. Мне слово с словом не свести в такую ночь. Когда-нибудь я расскажу тебе, как жил. Ты выслушай и позабудь. Потом, через десяток лет, сама мне это расскажи. Но поздно. Через час рассвет, и ночь со звездями пыля уйдет строкой моей, осев на Елисейские поля по Ленинградскому шоссе. Июнь 1938. Читано по изданию. Павел Коган. «Гроза». Стихи. Москва. Советский писатель. 1989 год.